Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні у нас 29 жовтня, пряма трансляція, прямий ефір, тому будьте активними, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть ваші запитання. Теми сьогодні дуже гострі, будемо їх обговорювати з публіцистом, громадським діячем, письменником Ростиславом Мурзагуловим. Ростислав, здравствуйте, добрий вечір. Добрий вечір. Новості сьогодні огненні, звісно, у нас. Да, ну вот начну с того, что сегодня, 29 октября, Рамзан Кадыров заявил об атаке беспилотников на российский университет спецназа имени Владимира Путина. И вот, казалось, сначала мы все вот здесь, в Украине, думали, что очередная атака наших структур СБУ или Главного управления разведки, но потом, Ростислав, появилась информация, что это сами россияне обстреливали Кадырова и его центр, да, университет спецназа, и источники в разных, там есть 24 канала источники, и другие подтверждают, что это удары могли быть с соседних республик, Дагестан или Ингушетия. И вот мне интересно, это начинается какая-то война республик, кто за этим стоит, потому что, напомню нашим зрителям, 5 дней назад в Чечне расстреляли КамАЗ Росгвардии, да, и также были проблемы и есть проблемы в Кадырова с Дагестаном, а я имею в виду Сулейманом Керимовым. Мы опять-таки вспоминаем Москву, стрельбу и офис Wildberries. Что вы знаете об этом, Ростислав, что вы можете рассказать и откуда здесь ноги растут? Ну, давайте обо всем по порядку. Я сегодня тоже действительно сразу после того, как вышли эти новости, получил свою информацию, которую мне там слили по линии российских вояк. Есть там у меня люди, значит, которые на всякий случай мне рассказывают, что там происходит. Значит, и, соответственно, они мне рассказали, что якобы это с территории Курской области силами одного из дагестанских батальонов действительно был произведен пуск, и, соответственно, что это все как бы распоряжение шло с самого верху, как там мне сказали, и что занимался лично чуть ли министр этим всем делом, как бы, да, и, соответственно, ну, задача, естественно, была, чтобы все подумали, что это обстрел со стороны ВСУ, ну, и чтобы, соответственно, Рамзан отвлекся от войны своей, с войной Керимовым и Путиным, и чтобы он увлекся войной с Украиной. Как мы все с вами знаем, его подразделения очень усердно и усиленно разбегались от ВСУ ранее. И потом Мабти Алаудинов докладывал, что они шли со страшной силой сразиться в рукопашной с украинцами, но вот разминулись. Знаете, для меня, конечно, человек, который был в Курской области и видел, какое там количество FPV-шек в воздухе с обеих сторон, и там каждый квадратный сантиметр земли контролируется ими. В общем, это, конечно, было слушать особенно смешно. Так вот, я, в общем, эту информацию придержал при себе, не стал пока ее никому выдавать, и ждал каких-то подтверждений. И действительно, они посыпались с разных сторон, и посыпались с разной фактурой, что самое интересное. Еще я сделал вывод, что это не мой источник, это какие-то другие. Ну и, соответственно, значит, что, наверное, это имеет действительно под собой основание, поскольку действительно, ну давайте помоделируем, да, ситуацию. То есть Рамзан находится практически в состоянии холодной войны с Кремлем, которая время от времени переходит в горячую. Антон Вайна собирает каждый день совещание в Кремле по тому поводу, как мочить Кадырова. Антон Вайна поручает ФСБ устроить Кадырову какую-нибудь провокацию в центре Грозного. ФСБ взрывает в центре Грозного автозаправку, большой автозаправочный комплекс. И я уверен, что это именно ФСБ именно взрывает, потому что просто так не возгорают таким образом автозаправки, и просто так такого не происходит. Потом происходит встреча Кадырова, соответственно, ну, я уж не говорю про те убийства, которые ранее случились, вы об этом прекрасно знаете, и наши зрители тоже, да, то есть со стороны Рамзана там тоже погибали люди, я имею в виду с участием людей Рамзана, я так понимаю, в рамках уже этой кровной мести. Ну, и, соответственно, происходит встреча Рамзана с Золотовым, которую, в общем-то, оба обставляют как дружескую встречу, и Рамзан даже делает об этом пост, но мои источники говорят о том, что там Золотов с Рамзаном говорил о том, что, соответственно, Золотов высказал Рамзану претензии, причем так с менторских таких позиций говорил, с таким пафосом, знаете, как московские чиновники умеют, и рассказывал ему о том, что «Рамзан, ты зашел слишком далеко, ты зашел за флажки», сказал он там такую фразу якобы. И, соответственно, мы пехотинцы, наш верховный главнокомандующий, мы в состоянии войны. Как же так? Ты, значит, перечишь ему в его поручениях. Он сказал, что Wildberries должен работать на войну, он должен нам помогать поставлять, значит, все, что нам нужно.
А ты здесь, значит, переходишь дорогу со своими бизнес-интересами. Рамзан все это послушал, они как бы разошлись на более или менее такой как бы товарищеской ноте, то есть без большого прямого скандала. Но после того, как Рамзан вернулся чуть не сказал, в Казань, да, в Грозный, в Казани пока еще не совсем так, как в Чечне, значит, но, соответственно, случилось вот это нападение на колонну Росгвардии, причем случилось прямо под Грозным. Знаете, надо хоть чуть-чуть понимать Чечню, Кавказ, Грозный, понимать, чем равнинная Чечня от горной отличается. Да? Здесь списывать все на каких-то террористов, которые там с гор спустились, это абсолютный и тотальный идиотизм, потому что, в общем-то, окрестности Грозного в этих местах простреливаются, контролируются, в общем-то, на ровно 100% людьми Кадырова и только Кадырова. Причем, если некоторые источники говорили некоторым СМИ сегодня, что якобы это тоже могло быть провокацией ФСБ, так же, как, например, взрыв этого большого автозаправочного комплекса, принадлежащего семье Кадыровых, то здесь это абсолютно было исключено, поскольку здесь нету у ФСБ каких-то таких сил, которые могли бы такую операцию провернуть. Потому что подложить фугас и уйти – это одна история, да, там кусок пластида наклеить на цистерну. А устроить прямо войсковую операцию прямо под носом у Рамзана, там, где вообще не существует никакой альтернативы войскам Рамзана. Это только войска Рамзана. Соответственно, я уверен на 99,9 периоде, что это осуществлено по прямому поручению Рамзана для того, чтобы Золотову показать его место. Значит, это первое. Второе. Давайте разберемся, что такое этот университет спецназа. Это вообще-то просто база подготовки кадыровских боевиков, и ничего более того. Возглавляет эту базу единственный человек, наверное, сегодня на планете Земля, которому Кадыров доверяет как себе. Это его сын Адам Кадыров. Да, парню очень мало лет, но он действительно ему сильно доверяет. И этот человек у него на вырост прямо, это его прям правая рука, это его прямо будущее, так Рамзан считает. Тем более Рамзан знает, что он то ли доживет там до преклонных лет, то ли нет. Соответственно, он хочет как можно скорее из Адама сделать вот такого вот прямо мощного человека. И именно поэтому он доверил ему вот эту важнейшую для себя вещь. То место, где готовятся боевики Рамзана, там, где зиждется его физическое величие над всеми, теми, у кого такой возможности нет, содержать вот такие базы боевиков огромные. Посмотрите на эту картинку. И это далеко не последнее, не единственное там здание. Соответственно, туда прилетает в разгар конфликта Кадырова, да, когда Кадыров расстреливает колонны Росгвардии, когда Вайна собирает вот эти антикадыровские совещания, когда СМИ российские открыто начинают петрушить Рамзана и его людей, когда Аптел Удинов в эфире прямом российских СМИ начинает поносить Минобороны. Где это ваша Минобороны? Ваши враги не украинцы, ваши враги не НАТО, ваши враги чеченцы, кричит Аптел Удинов. На секундочку, высокопоставленный генерал-майор, занимающий огромную должность в Минобороны России, как будто бы, да? И вот на фоне всего этого такая Украина берет и решает, а зачем нам нужно, чтобы Кадыров ссорился с Кремлем? А давайте лучше пусть Кадыров идет всей своей мощью на нас, на украинцев. Так, да? Ну, то есть, как бы изначально не клеилась у меня эта версия в голове как-то. И вот с тех пор, как я начал получать, приходить вот эти сообщения, у меня все встало на свои места. Ну, представьте себе, что вы Вайна. Представьте себе, что вы не знаете, как все это закончит. Представьте себе, к вам приходит какой-нибудь шустрый помощник и говорит, а давайте спровоцируем Рамзанчик. А давайте скажем, что ВСУ на него напало. Давайте скажем, что ВСУ решили убить его сына. И вот, например, как бы осуществлена была такая операция, что составляет какую сложность отправить дрон у резиденции, одной из резиденций Кадырова, да, по тому месту, где готовятся его боевики. Вообще ничего, ноль сложностей. Соответственно, Рамзан на кого должен подумать? Ну, понятно, что даже в разгар противостояния в первую очередь он подумает на Украину, и уже он про это сказал. Ну, правда, у Рамзана хорошие источники информации. Я думаю, что они могут ему принести в клювике то, что принесли мне, например, сегодня, да, утром, и рассказать ему о том, что это, возможно, в общем-то, и не там, как бы, да, где он думает, находится, значит, причина вот этой сегодняшней беды, которая чуть не пришла к нему в дом. Значит, ну, и, соответственно, вот будем посмотреть, как говорил один житель Кавказа, что будет происходить дальше. Да, Ростислав, есть также слова, прямая речь Кадырова, что он говорит, давайте, там сложно услышать, потому что он Дон-Доныч, как всегда, но мы попытаемся, давайте. У нас Дон, были Дон, да, свои Дон, посты Дон, и почему случилось это, разбирается следствие Дон, будет ясно дана картина, виновный будет наказан,
будем стараться, такого не случилось. Он действительно спецназ, он отправил дон около 50 тысяч дон бойцов дон на войну, и они, эти ребята, забрали дон Мариуполь, Лисичанск, Попасный дон. Они забрали дон, они знают, что это уздица кадров военных, и для того, чтобы напугать нас, дон, они дон, ну, так пощупали нас. Да, Ростислава, знает ли Кадыров или узнает, кто за этим стоит, но он уже пригрозил. И мы тоже знаем по Wildberries, что ему все равно война там, войно стоит, или даже Путин, он такой, что может начать что-то. Я так понимаю, что это вот и весь перечень, да, всех событий, которые вы, о которых вы рассказали, да, это заправка, это Росгвардия КамАЗ, это Wildberries, это не может быть за такое краткое время, промежуток времени, вот столько событий. Да, конечно, все не случайно. Конечно, это все уже звенья одной цепи, и уже как бы кровавая эта цепь началась, и уже не первое, не второе убийство совершено, и, в общем-то, впереди еще довольно много, я так подозреваю. Значит, а теперь давайте еще смотреть, какие еще сегодня есть подтверждения той версии, что по Кадырову стреляли, грубо говоря, прямой наводкой из Кремля, да? А посмотрите, сегодня именно, да, как сказал бы сейчас наш с вами коллега с канала «Россия», по фамилии Киселев. Совпадение? Не думаю. Именно сегодня появляется видео того, как летит российский дрон «Орлан». Он просто, ну, отличим вблизи, и его просто сняла FPV-шка украинская, и она же его и уничтожила. Значит, собственно говоря, там очень четко видно, что там стоят фейковые знаки украинской армии. Там стоят кресты, те, которые украинцы наносят на свои, соответственно, объекты военные, на свою технику и так далее. То есть там все очень понятно, что рядились под украинцев. А я не знаю, тот ли это дрон, который должен был прилететь тоже в голову Кадырова. Возможно, их отправляли несколько. А возможно, это, в общем-то, не такая типа новая какая-то тактика, да, что летит в небе что-то. Я сам действительно бываю на линии фронта, я многократно видел, когда люди поднимают голову и не очень понимают, да, чья техника. И, собственно говоря, при специальных войсковых операциях наносится, как бы, да, там, ну, на Курской операции треугольники были, да, на некоторых крестики. Значит, соответственно, вот мы видели в этой ситуации тоже крестики, как бы, да, чтобы украинцы думали, что это, значит, их дрон, и чтобы не сбивали его. Ну, а он летит куда-то там своей дорогой, да. Соответственно, вот, то есть, вот это, да, история. Но потом я по поводу все-таки того, что Кадыров сказал, да, что якобы, да, это ВСУ, и что сейчас их не брать и так далее. Ну, смотрите, во-первых, вот эта его такая агрессивная антиукраинская риторика, она была всегда. Вот. Расскажите мне о последнем великом подвиге армии Кадырова. Таких подвигов вы не найдете нисколько, кроме тех моментов, где Кадыров участвовал в захвате предприятий, которые потом ему же Путин и отдавал. То есть он, по сути, как такая армия наемников, которая пришла, разграбила что-то, что, где, что было ценного. Да, завод Ильича, там еще там что-то. Азовстали, я думаю, тоже они чем-то поживились. Ну и, собственно, все на это. Ну, а где они проявили себя еще? Когда ВСУ проходило как нож сквозь масло в Курскую область, и когда кадыровцы разбегались. Ну, и, собственно говоря, поэтому здесь у меня, в общем-то, нет никаких сомнений в том, что это действительно вот отголоски вот этой вот истории, истории с раздраем путинских элит, и что это, в общем-то, ну, такое, грубо говоря, начало гражданской войны в России. Посмотрите, там сегодня каждый день уже идут новости об вот этой вот черно-белой войне, да, славянина, не славян, не славянина, славян и так далее. То есть, как бы сейчас по России все вот это вот идет, потому что, когда смутное время, то оно смутное во всем и везде. А Кадыров себя уже объявил лидером вот этого неславянского меньшинства России, да. Ну, вроде бы оно меньшинство, но на самом деле эти несколько десятков миллионов людей, они очень активны, они часто не пьющие, они часто спортивные, они часто с идеями в голове, они часто с верой, не так, как гундяевские приходы, а с настоящей, с мощной верой такой, да. Я не говорю, что одна религия лучше другой в данном случае, я просто говорю о том, что одни веруют более истово, как правило, чем другие. Ну и, соответственно, вот эта вот армия, да, сегодня уже Кадыровым призвана под его знамена. Он же прямо уже сказал, что вас ущемляют, вас угнетают, я буду вас защищать. И я вам могу сказать, что обратка там очень мощная на все дело. Там сегодня в каждой мечети это обсуждается каждый день. И ума очень приветствует вот такое покровительство со стороны Кадырова. Они понимают, что это мощная физическая сила. И они понимают, что в этой защите мусульмане часто действительно нуждаются. Потому что в России мусульман действительно угнетают. В России я вам как не славянин внешне,
и в душе не славянин. Могу вам подтвердить, что там угнетают не славян. Там мы люди второго сорта, и нам в это все время тыкают. Нас все время просят показать паспорт и предъявить визу в город Москва. Регистрация называется, до сих пор существует. Представьте себе, у брюнетов-украинцев требовали бы документ какой-то, позволяющий им находиться в Киеве, например. Вы не можете себе такого представить, потому что у вас свободное общество. А Россия – это концлагерь сегодня. Это концлагерь, к тому же разделенный вот жестко по национальному признаку. Есть люди первых сортов, люди вторых сортов, а люди, которые вот раньше были маргиналами, которые ходили в этих своих фашистских русских маршах и их гоняли менты там по всей Москве, сегодня они новая путинская элита, они герои СВО, это про них шаман поет, я русский, посмотрите, какая красота. Поэтому Путин сам все сделал для того, чтобы вот этот разлом осуществить. И, в общем-то, Кадыров здесь, ну, как бы просто одно из орудий мести природы Путину за его глупость несусветную, несусветную жестокость. Да, Ростислав, еще хотел бы с вами проговорить, вот вы отчасти вспомнили, да, о миграции, о миграционном законодательстве, и вот Госдума сегодня приняла закон об уголовном наказании до 15 лет лишения свободы за организацию нелегальной миграции. И вот еще несколько там законов, они в каком чтении, я не знаю, но рассматривали. Насколько это серьезно? Мы понимаем, что... И зачем обострять все это Кремлю? Объясните. Ну, потому что мозгов-то нет, потому что они не понимают, что эти мигранты – это, в общем-то, то, на чем Россия держится. Да? Я, собственно, как бы работал в одно время в секторе ЖКХ в России. Я очень хорошо знаю изнутри этот сектор. И если бы там не было мигрантов, то Россия давно бы утонула в дерьме. Вот если вы обратили внимание, вчера в Москве, в одном из районов, бушевал метров, наверное, на 15 вверх вознесшийся фонтан дерьма, в прямом смысле слова. Канализацию прорвало вот настолько. Вот. Ну, собственно говоря, вот не хватило таджиков и узбеков, которые там все подлатывали время от времени с лопатами своими. Значит, соответственно, как бы, да, вот, собственно, ведь Путин постоянно подсовывает своему населению образы врагов, да. И он это делает всю свою карьеру, вот эту идиотскую. И начиналась она с того, что он подсунул образ врага. Вот, посмотрите, есть террористы, они дома взрывают. Еще у меня есть большое сомнение, что дома взрывали террористы, потому что эти взрывы были в интересах только и исключительно самого Путина, который с рейтинга 0,1 влетел, да, взлетел до рейтинга 53%, который дали ему избраться в первом же туре, ему, уничтоженной моли, никчемному, неинтересному никому персонажу. Соответственно, вот, собственно говоря, и после этого всегда он подбрасывал дальше образы врагов. Дальше были теракты, потом у него начались какие-то поиски других врагов, а потом он начал нападать на соседние страны и искать поводы для нападения туда. Вот там у него начали ущемлять якобы россиян в Южной Осетии. А потом начали украинцы со страшной силой русскоговорящих всех ущемлять. Ну, вы знаете, я говорю с сарказмом, да, не надо искать в моих словах подвох. Ну, соответственно, вот и сейчас образ врага у него после терактов в Крокус-Сити, который опять-таки был нужен и интересен только самому Путину, потому что это было призвано сплотить Россию, напугать всех россиян, заставить их бежать, сверкая пятками, на, значит, призывные пункты, да, где, значит, сопротивляться вот этой вот спайке укронацистов и таджиков. Удивительная, конечно, такая попытка нарисовать какую-то совершенно сюрреалистическую картину, но они попытались ее нарисовать. Ну, вот они пытаются рисовать ее и дальше, они сейчас дальше. А вот создают этот образ врага, причем россияне на это ведутся достаточно легко, потому что, ну, люди не похожи на них внешне. Люди выглядят по-другому, люди вот такое говорят страшное, да, со словом «Аллах Акбар» или еще что-то такое. Ну, и поэтому, соответственно, как бы вот это все Россию захлестнет так, что мало никому не покажется. Я уверен, что это мы в ближайшее время увидим. Слава, сегодня, 29 числа, Путин объявил о проведении тренировок сил ядерного сдерживания с практическими пусками крылатых и баллистических ракет. Прямым текстом и простыми словами, это Путин запустит ядерную ракету. Правильно ли я понимаю, Слава, что вот уже постоянные красные линии, постоянные предупреждения со стороны Кремля, что вот мы ядерная страна, мы можем ударить, уже не действуют. И он пытается, я так думаю, зная и проговаривая уже много раз, кто такой Путин и как он всего боится, он наверняка сам тоже опасается, но он вынужден показать какую-то ракету. Ну а вспоминать, как они пытались не раз, да, испытывать ядерное оружие. Здесь тоже есть серьезное опасение, что что-то куда-то не улетит или что-то взорвется в самой шахте, когда пытаются ее запустить, эту ракету.
Ну да, на самом деле это обычное явление путинское. То есть сейчас он же знает, что через неделю в Америке выборы, после которых Украине, скорее всего, разрешат бить дальнобоем по любым частям России, где есть скопление чего-то военного. Значит, соответственно, он этого очень боится, и он хочет напугать дальше американцев, что нет, давайте, пожалуйста, не бомбите нас, потому что у нас есть ядерная бомба, мы вас ее запустим. Смотрите, как они у нас классно летают. Все же очень просто, очень понятно. Но другое дело, что, ну вот, понимаете, я за последнее время начал уже обращать внимание, что на Западе появляются очень злые, мотивированно такие статьи в адрес собственного руководства, да, руководства западных стран, когда они говорят, что такие вы, конечно, ребята молодцы из вашего Оксбриджа и Гарбриджа, да, что вы такие похлопываете Украину по плечу уже 2 года и говорите, что да, мы так рады, что вы решили прильнуть к нам, к демократии, к цивилизованному миру, к Западу. Значит, что вы не стали, значит, частью варварской путинской вот этой империи зла и его клуба этих бандитов всемирных. Ну, а фактически эта помощь где? А, окей, Украина согласилась стать наконечником вашего копья. Она решила повоевать с Путиным, она решила попытаться сопротивляться вот этому вот ползучему такому неоимпериализму советскому, да, российского образца на этот раз. Но и где ваша реальная поддержка? Где обещанная помощь? Где все вот эти вот ваши страшные вооружения, которыми вы обещаете всех защищать своих союзников? А кто вам после этого верить будет вообще? А кто? А посмотрите на Грузию, а там уже много людей не поверили. Да, на самом деле, как бы частично, конечно, с фальсификацией, да, и, конечно, никакого большинства там нету у этой мерзкой партии Путинишвили. Но ведь, если разобраться, то там примерно треть-то населения, да, находится на этих позициях, что уж лучше пусть под Путиным, зато не будет войны, потому что Запад нас все равно бросит, потому что Евросоюз нас все равно не примет, потому что все равно они не дадут нам ничего, что нам дало бы защиту от этого Путина. Так ведь? Ну и посмотрите, соответственно, вот в этой всей риторике, я думаю, что сегодня лидеры Запада должны понимать, начинать уже, что ну если действительно перестать похлопывать Украину по плечу и помочь ей на самом деле, то, может быть, вам, ребятки из Оксбриджа, снова кто-то начнет верить. А сейчас перестают даже ваши собственные колумнисты, ваших собственных всех этих Нью-Йорк Таймсов. Почитайте. Ростислав, еще интересное вот есть исследование, можно так сказать, что, о чем? О том, что шоу Соловьева, да, этого крикуна, топ-пропагандиста, оно впервые с начала войны вылетело из 150 программ на ТВ. А также он даже в топ-100 не попадает аудитории, целевой аудитории 18-54. О чем это свидетельствует? О том, что в России уже не интересна война, а если она не интересна, тогда как Кремлю, Путину и всем его окружению держать внимание и рассказывать, что почему все так плохо в стране? Потому что мы воюем против всего НАТО. А я так понимаю, что это уже не интересует россиян. Нет, это не интересует россиян, и они совершенно не торопятся на призывные пункты. И красноречивее всего об этом говорит то, что они сегодня перешли очередную красную линию и, в общем-то, рискуют тем, что Вашингтон это воспримет как повод, чтобы снять все ограничения. Они уже северных корейцев завозят себе в Курскую область, и это, в общем-то, уже подтверждено всеми разведками мира. Ну, поэтому, да, вот Соловей теряет свою популярность, теряет популярность шаман, никто не идет, не покупает билеты на его концерты. Ну, в общем-то, россияне ведь, как бы, понимаете, они, конечно, общество аморфное, инертное, но и там когда-то, рано или поздно, доходит, что называется. Ну, и, собственно говоря, они сначала перестают быть послушным большинством, ну, а затем становятся еще и агрессивным время от времени. Поэтому, ну, вот сейчас очередной виток такой истории. Ну, ждем, когда начнет русский медведь крушить все направо и налево. И надеюсь, что начнет с головы Путина. Ростислав, ровно неделя прошла с того момента, как 22 числа в Казани начался, ну, не саммит, да, а сходка БРИКС. Стран, которые ничего не объединяет, и, как впоследствии показал этот саммит, нигде они объединиться и не могут. Но все же, как вы считаете, это есть фактический успех для Путина, то, что он показал, что к нему приезжают, к нему, ему подают руку. Даже вспомнить самого Гутьерреша, да, генсека ООН, который улыбался, который ел каравай, который говорил, что Казань — это Кремль. Ну, он бредно говорил, конечно же. И я уже не раз в эфире вспоминал, что он мне напоминает будущего Герхарда Шрёдера, который так или иначе окажется или в «Газпроме», или в «Роснефти», или еще где-то после того, как уйдет с своего поста.
Путин на этом БРИКСе был таким вождем папуасов, к которому приехали белые люди. И, в общем-то, за, собственно говоря, бусы какие-то, да, забрали всю его, соответственно, нефть, весь его газ, и забрали все другое, что было ценного, уехали, сказали все то, что и так всегда говорили, о том, что они против войны, о том, что немедленно должен быть заключен мир, и так далее, и тому подобное. Собственно говоря, Путин раздает те сокровища, на которых он сидит, за бусы. Потому что вот то, что было сделано на БРИКСе, это иначе как бусами не назовешь, потому что никакой практической отдачи от присутствия физического энного количества руководителей в одной точке А на территории определенной страны не случилось, ничего ровно положительного от этого у Путина. Поэтому, собственно говоря, по этому поводу переживать по тому поводу, что 75-летний Гутьерреш, который ориентирован был всегда на все вот это левацкое, у которого официально террористы служат сотрудниками его ООН, и мне после этого хочется свою корочку ООН, которая у меня лежит как реликвия вон, в коробочке жестяной, мне хочется выкинуть ее куда-нибудь как можно дальше за окно. И, собственно говоря, этот 75-летний господин, как бы, да, ну, отлично, наверное, вышел в кэш, да, зарплаты, которые там ему платят, 1030, да, ему, видимо, не хватило. Плюс к этому, как бы, да, Гутьерреш, это ведь раб лампы, да. Соответственно, когда ему несколько Аладдинов, собственно говоря, когда, например, глава Китая, глава Индии вдвоем ему говорят: Гутьерреш, ты, кстати, едешь с нами на вот этот саммит, он им просто ничего не может возразить больше, потому что, собственно, это его крупнейший донор. Это люди, которые проголосовали за его избрание. И, соответственно говоря, могут либо дальше его терпеть на этой позиции, либо поменять его на кого-то помоложе, поинтереснее. Соответственно, как бы поэтому он, чего изволите, пожалуйста, побежал кланяться Путину тогда, когда им, этим господам, нужно было купить Путина за бусы. Собственно говоря, вуаля, ничего такого страшного там для Украины не случилось. Ростислав, и вот издание The Economist пишет, что российские генералы настаивают, чтобы Путин объявил новую мобилизацию. А мы с вами уже не раз проговаривали, что он этого боится как огня. Вот что говорит источник, высокопоставленный чиновник НАТО. Он говорит, что если бы Россия и прорвала где-то фронт, у нее бы не хватило сил, да, чтобы заполнить этот прорыв. Потому что если вот такие есть военные каноны, если ты наступаешь, ты можешь зайти, но нужно еще эту территорию и удерживать. Так вот, удерживать ему нечем. И вот якобы сейчас генералы давят на Путина, чтобы он огласил мобилизацию. Насколько вы считаете, он все-таки согласиться, огласить какую-то частичную, или как они там называют, я не знаю, или все же он побоится, и генералы будут не очень довольны таким решением? Значит, смотрите, в России мобилизация не останавливалась, нет указа о прекращении мобилизации. То есть в любой день, когда Путину нужны будут войска, он просто начнет хватать людей на улицах и отправлять их в войска. А теперь давайте, как бы, раз уж об этом и великие генералы говорят, то ладно, мы простые журналисты и публицисты, давайте порассуждаем на эту тему. Но смотрите, для того, чтобы из этого выхваченного на улице какого-нибудь россиянина, какого-нибудь инженера или там охранника в пятерочке, сделать из него солдата, сколько, по-вашему, нужно времени? Мои военные контакты говорят, что для этого нужен год. То есть нужен еще один год войны, когда они толком сами воевать не будут, а будут просто ходить и смотреть, как это делается. И, соответственно, вот этого года у Путина-то нету. И, собственно говоря, поэтому нет у него возможности никакой обеспечить себе прорыв или рывок, как там он говорит, никуда на территорию Украины. Соответственно, то вот поддавливание и продавливание в отдельных направлениях, которые, к сожалению, мы сейчас наблюдаем, это максимум, на что сегодня способен Путин. И, собственно говоря, он пытается как можно больше успеть до того момента, пока в Америке не случатся выборы, и пока ему по итогам этих выборов либо Харрис не придет с одним из ультиматумов возможных, либо Трамп не придет с другим возможным ультиматумом. Он прекрасно понимает, что будет один из двух. И ничего хорошего не принесет ему ни тот, ни другая. Соответственно, вот он пытается что-то такое успеть. А по поводу российских генералов, слушайте, у нас сейчас другая печаль. Там, да, сегодня действительно подтверждается, что снова активнейшим образом развивается это генеральское дело Минобороновское. И там как бы сегодня опять начали фигурировать сотни генералов. Этим генералам сейчас надо понимать, что за ними придут, за всеми теми, кто работал активно при Шойгу, кто активно при Шойгу воровал, за ними придут. И единственная возможность для них спастись сегодня, спасти своих детей, спасти свою страну, это возможность исполнить вот этих генералов, которые при Чаушеску исполнили то, что должны были они исполнить. А именно просто закончить правление этого упыря, который уже не нужен ни нам с вами, Игорь, ни Кадырову, ни...
Харрис, ни Трампу, вообще никому на этой планете. Просто никто пока не решается взять и снять его где-нибудь в полете или не обеспечить ему какой-нибудь тромб в нужном месте. Собственно, товарищи генералы, ваш выход. Да, кстати, вот вспоминая и Гутерреша, да, на Казанском саммите о том, что якобы ООН, да, учредила Международный криминальный суд, который выдал ордер на арест Путина. Гутерреш по-хорошему мог бы и привести этот ордер, сказать, вот Путин, смотри, вот он есть. Но он этого не сделал. К чему я веду? Все же сегодня Владимир Зеленский, президент Украины, говорит следующее, что Монголия, да, Татарстан, все-таки туда ездил Путин, на G20 он не полетел, не полетит, да, потому что отправит какую-то делегацию. В саммит БРИКС в прошлом году в Южноафриканской республике он тоже не полетел. И вот что говорит Владимир Зеленский, как бы там ни было, но все-таки ордера Путин боится. И как бы он не показывал, что он хочет, куда хочет, туда и летит, все-таки МКС влияет на решение Путина. Ну, вы знаете, да, конечно, частично влияет, но, в общем-то, понятно, к сожалению, что механически ни одна страна не будет исполнять сегодня никакую международную свою обязанность, если это будет нести не пользу, а какой-то потенциальный вред. Поэтому, конечно, все эти монгольские ребята во главе там, с, соответственно, с людьми с такими красивыми именами, как Жугдурдумудин Гурахча или другие, они, конечно, не были просто физически в состоянии исполнить это решение. То есть, как бы здесь даже особо упрекать их. Ну, да, это как бы страна, которая зажата между Китаем и Россией, и которая, в общем-то, зависит и от одного, и от другой. И, соответственно, ждать от них какого-то такого героизма, ну, я бы не стал. В общем, соответственно, ситуация, когда Путин куда-то прилетает и его там арестовывают, к сожалению, мне представляется достаточно, в общем-то, утопической. Другое дело, что вот как бы внутри российской путинской элиты сегодня гниение уже настолько смердит, что просто у меня уже прямо, знаете, такой просто интерес уже, а кто же все-таки из этих кланов первым решится исполнить табакерку, исполнить Брута и прочих персонажей интересных. Собственно говоря, вот для меня вопрос заключается только в этом. И будут ли они при этом задействовать какой-то большой революционный процесс, либо постараются все это решить потихонечку, прокатить Путина на лафете и, собственно, как бы начать мириться со всем миром, виниться и платить, платить и каяться. Собственно говоря, вот это как бы развилка. А то, что как бы сегодня все это уже у нас с вами на носу, мне это очевидно, как божий день. Ростислав, большое вам спасибо за этот разговор. И я думаю, в следующие наши эфиры мы уже будем говорить о последствиях того, что сейчас происходит в Чечне. И я очень надеюсь, что это будет как снежный ком обрастать, да, и становиться все больше и больше. Спасибо вам большое. Дай Бог. Счастливо. Счастливо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Ростислав Мурзагулов. Ви ж традиційно поставте лайк цьому відео, підпишіться, прокоментуйте і поділіться нашою розмовою, тому що так працюють алгоритми YouTube, аби більша кількість наших глядачів, особливо нових глядачів, мали змогу переглянути на цю розмову. Мене звати Ігор Гаврищак, з вами побачимось в ефірі 24 каналу.